Обеспечение прозрачности выборов и недопущение нарушений. О задачах общественных наблюдателей рассказал председатель регионального оперативного штаба Михаил Половинко. По его словам, сформированный на базе общественной палаты ЕО штаб будет работать на постоянной основе с привлечением волонтеров. Каждого наблюдателя ознакомят с соответствующим кодексом. Сейчас региональный штаб формирует основные направления работы и решает базовые организационные вопросы. Важно добавить, что в работе штаба политические партии, кандидаты будут принимать, то есть они могут принимать участие в работе, то есть они будут видеть, как работает штаб, работа будет абсолютно прозрачна, мы не будем работать в закрытом режиме. И изначально такая установка и есть, максимально широко освещать нашу работу. При этом планируется, что для освещения деятельности будут проводить регулярные пресс-конференции. Отмечено, что у созданного в прошлом году регионального штаба уже есть успешный опыт работы на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и 13 сентября в единый день голосования. Опыт действительно очень хороший, очень положительный. И надеемся, что нам удастся сработаться не только с теми представителями общественных организаций, которые будут, пожелает направить своих представителей, да, участвовать в таком формате выборов, но и с теми наблюдателями, которыми будут представлять интересы партии, политических объединений, блоков. Напомним, в сентябре 2021 года в единый день голосования состоятся выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания ЕАО, возможно, проведение ряда избирательных кампаний муниципального уровня. Алена Шот, Александр Скопенко, Новости 21.